В Казахстане создали комитет по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в постановлении правительства. По информации МЧС, реализация этого проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных, государственных и местных исполнительных органов. При этом новое ведомство потребует дополнительных финансовых затрат 1,5 миллиарда тенге. В состав МЧС теперь входит комитет по гражданской обороне и воинским частям, комитет противопожарной службы, комитет по государственным материальным резервам, комитет промышленной безопасности и комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.